Нет, если ты хочешь что-то приготовить, сначала мы набираем дрова, потом лепим лепешки, вот, а потом это готовится на плите. А зачем ты их в дом-то принесла, чтобы никто не украл, что ли? Действительно, мартышки очень сильно воруют дрова. Потом, значит, берется вот такая вот штука, отлепляется навозная лепешка, слепленная заранее. Вот, и, короче, разжигается костер. Так, а похоже, нужны новые лепешки, судя, потому что у нас нет газа, готовить больше не на чем. Там, кстати, картон, на нем можно разжечь. Картон вчерашний, вот, и вот этот амазонский. Амазонский, вот этот. Очень хорошо. Так. Ну, в общем, простая жизнь, возвышенное мышление. Вот нас ждет участь Шила, она готовит Гордео в Раджароте. А мы сейчас будем готовить суп, похоже на печки, господи. Хотя меня пасти сейчас просто в самых неожиданных обстоятельствах. Будет печь. Не факт. На печи. Но пока она лежит на печи. Да, потому что лежать очень благоприятно. Да, но и печь тоже благоприятно. Два, значит, голодных дома без газа. Ну, ждут. Предварительно перед этим поевших. Ну, понятно, ну, это не должно войти в видео. Мы что-то страдаем от голода. Да. Любой, кто хочет покушать, здесь берет, идет именно по этому пути. По этому пути дрова и огонь. Ну что, пошли. Да. Там уже заготовки были уже заготовлены. Читерский чайник. А, она типа кипяток, да? А? Что ты вот на этой кастрюле будешь ну, там делать? Да. Она же спички, сгорит. Спички можно спички? Спички. Спички. Итак. Чем же закончится эксперимент с едой? Да, сейчас мы возьмем. Спички. Спасибо. В общем, печка выглядит вот так. Шила пытается что-то сказать нам. Да, она же безуспешно. Я все сделаю. Сейчас на линии все сделает. У нас это... Что нет, из картон? Пастушеская, да. Единственное, что здесь очень неблагоприятно, это ветер. Почему ветер... тебе неблагоприятный ветер? Он же будет сейчас раздавать тебе огонь. Ветер... за то, что у нас не... Я уберу. Да. На Лене же всю зиму разжигал дрова. У нас просто кончился газ в двух домах. Его уже 3 дня нет. Есть нечего, поэтому... Я извиняюсь. Не пробовали? Мы уже все варианты испробовали. Мы испробовали все варианты. В смысле, а что, не привозит? Нет. Он даже 3 дня нам пишет... как он пишет? I'm sure your sister. I'm sure your sister. Tomorrow come 100% done. Then something. Это something уже продолжается 3 дня. Поэтому today no gas, bad. Bad, но мы все пришли посмотреть. Помочь, какая-то тарелки. Что там? Хорошо на столе. А, слушай, мы громко ржем, они обедают на линии. Что? Мы без газа, устроим эксперимент с печкой. Вот, между прочим, доблестный Чинти Кришна пришел на помощь на линии карте. Так, ладно, а где дрова-то? Сейчас мы это сделаем. Да. А потом будем сверху подкладывать. Ага, это не так зажигаете, самых... чтобы огонь пошел. Начинаем с самых. Вам надо эту всю бумагу сжечь или вы просто так раз? Ну, ее, в принципе, можно. У нас куча бумаги. Все, тогда вот ловите. Вот это я. А вы что хотели? Ладно. Подождите, и вы вот эту бумагу сейчас загорите? Она загорит. Тихо, пусть она загорит. Ну, конечно. Я так понимаю, задача, чтобы что-то горело, а просто чтобы было тепло, и поджечь на этом суп. Когда мы сейчас положим, хотя у нас решетки нету. Нет, у нас только вот эти тарелки. Огонь станет хуже, когда мы поставим. Все будет хорошо. Так ты же не прям кастрюлю засунешь. Подожди, давай на тарелку. А? Не, надо именно на открытый огонь. На открытый огонь? Да ты что? Возьму решетку. Блин, там принесет решетку. Тут ты взял. О, это решетка из хорошей, дорогой печки. Ладно, все, у меня. Сейчас я принесу. Блин! Не, дальше
Это пластик. Похоже, надо сделать печку из кирпичей специально. А то мы сейчас печку Грудева развалим. Нет, все нормально. Вы сбоку или нет? Вот эта вот ручка, вот сюда вот сливы. Шеложет ходит. Она еще такого не видела. Она еще такого никогда не видела, я уверена. Но если вам надоест просто вот как бы это, как вилла вот это надоест, то она шли там... Пачок есть с газом, с газом. От него он там не готовит, можем... Он не готовит? Слушай, жалко, конечно, сказать. Решила смеяться. Сейчас я посмотрю, есть ли. Она смотрит, как ты тут дрова разожгла. Сковородка очень жалкая. Газ битва. Газный. Да, это очень хорошая, дорогая кастрюля. Так есть. А, ну вот эти вот, да. О! Я смотрю, с кастрюля, мне кажется, все. Сейчас я принесу специи. Вот у нас там сочувствующие вайшнавы. Голодные вайшнавы ждут, чем закончится эксперимент. Быстрее, еще вкуснее. Особенно на навозных лепешках. Да, это видно. Видишь, у тебя маленькие дрова, она большие использует. Закипает. Для котлет. На самом деле 5 минут он будет готов. Так ты хотел специи положить. Я уже положила. Теперь какие-то котлеты. Так, пошло третье блюдо. Это что? Сабджи. Это сабджи. Это джек. А это лепешки из рагдала. Угу. Сейчас суп уже готов. И суп уже готов. Угу. Сколько прошло времени? Минут 30. Мне кажется, наверное, меньше. Ну это прям пламя. Такое большое. Да. Сейчас оно немножко подтухнет немножко. Все выше. Грубер. Итак. Так. Ну, пламя очень большое. Оно, конечно, неуправляемое совершенно. Нет, это нормально. Мы никому даже не помешаем. Выглядит. Весьма. Нет, чтобы ручка не, чтобы не горела. Вот это самое. Как ты сделаешь это? Ну просто убирать ее. Потому что когда ручка прогорает, она может отвалиться. И вот эти пластиковые части. Вот эти пластиковые части крышки сыпят. Нормально, нормально. Он шило убирает бамбук. А, нет, она его туда наоборот пойдет. Сильно горит. Может уже пора тушить? Так она мешает. С этой женщиной вы не попадете в глухом лесу. Да. И в джунглях в Раджи. Откроем свою это. Пекарню. Свою кафешечку. Слушай, это вполне в духе Раджамандала. Когда ты приходишь к ним поесть, у них ничего нет, и через 15 минут они тебе накладывают все. Это джек, она готовит джекфрут. Я не видела, чтобы ты его чистила. А, когда ты занимаешься служением в цветочном департаменте, ты многое пропускаешь. Ты чистила джек? Когда ты успела? Это же целая история. Так, чем я сейчас добиваю? Все, будем знать, где у нас рожи. И мы причем всю печку до черноты довели. Поготовили один раз. Кришна. Собрались голодные вайшнавы. Да. Вы станете звездами моего инстаграма. Главное, шикарный контент. Я
сейчас немножко оттуда заберу его. На линию успела даже убраться. И насобирать дров. И налепить. А еще лепешки. Итак, сейчас будет процесс предложения. Ну вот. Нет, предложение – это сокровенная часть. Но мы его вырежем. Оставим только для домашней съемки. Домашнего архива. Ну, в общем-то, и все. Гирирач плич ит. Плич ит. Получился суп, джекфрут и котлетки. Ну да. Джай. В общем, бери ложку и наслаждайся. И можно будет насладиться. Да. Вот так мы и живем здесь. Да. Как мы здесь готовим? А-а-а. Вот так.